И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор и Алёша, и сегодня мы... И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор и Алёша, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас GTA 5, по многочисленным просьбам, прятки. Всем привет. Всем привет. Все, прячемся. Времени нет, судей нет. Кто выиграет, тот выиграет. Я нашел просто идеальную нычку. Это ты нашел, это? Не знаю, блин, он уже кричит. Я... Так, ну я готов. Я тоже, типа. Так, Алёша тоже готов. Ну все, давайте. Смешно как-то Алёша говорить. Алёша. Давай, Витя, ты можешь. Let's go. Он где-то шагает. Да, он тебя найдет. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Нашел? Нет. Мочи, мочи всё. Его. Ну? Пошёл. Я слышу крики. Вон там они, ребята. Ну, я вижу, убийство не проходит. Потому что справа смерть не высвертилась. Не высвертилась. Конечно, можно вообще вот так, конечно, зачитерить, но я не буду. Сквозь текстуры я не пролажу. На видном месте. Если ты сразу забежишь, то меня найдешь. Но ты еще Алёшку не убил. Можешь небольшую подсказку дать? Ты на улице? Я на улице. Сижу в уголочку с монтировкой. Что ж ты, Димас, мелкий. Уголочек с монтировкой. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Ля-ля-ля. Вот такие ребята надо нычки искать. Никто вас не убьет. Никто. По крайней мере, он меня не увидел. Это было очень красиво. На-на-на-на-на-на. Ищи, ищи меня, давай. Подожди, мне показалось, тут кто-то был. Ты меня реально не увидел? Нет. Но ты где-то рядом. Подожди, а что, реально мне не видно оттуда? А, вот. Мамочка! Давай поиграем в теннис с аниматроником. Оп, я здесь. А что ты мне сделаешь? Ты ничего не сделаешь. Какой ты крикливый. Ты очень громкий пацан. Оп. Опа. Ого. А я думал, губка Боб заднее сальто не умеет делать. Оказывается, умеет. Так, ну что, будем вдвоем его искать? Да. Да. Так. Я возьму вообще обычного, самого обычного. Боньку моего любимого. Мы тоже так... Хотя у меня много любимых, ну, так как уже кошак взял, ну, Виктор. Да, это ты. Так, ищем Алёшу. Алёша, ты где? Да, на курсе. Настроение классное такое. Знаешь, мы ходим по квартире, такие здоровые, все ломается вокруг нас. Настоящие аниматроники, великаны. Вот только очень с обзором здесь печально все. Мешает, да, немножко? Да. Так, и мне кажется, он не в доме. Дай подсказку, внутри ты или снаружи? Снаружи. Снаружи. Мы его внутри. Да он может сказать специально так. Я знаю, где его искать. Пошли, он тут, короче. За домом он, есть вон выемка. Он бежит. Вот он? Он бежит. Вот он. Оп. Мочи, мочи, мочи. Есть. Ай, зараза. Красавчик. Я ну что, запрятались? Да. Да. Все, я ищу. Точки. Идет убийца. Настоящий. Ой. Ой, так ты чё, блюштрапа взял? Зараза. Так, есть. Ты хочешь так можно зазаймыкаться в кустах и все. А, я застрял. Меня убили. Ты умер, Витя? Да, меня убили. Кто тебя убил? Алёша нашел. Чё, вы заныкались? Да, давай, ищи нас. Нычка классная. Короче, когда он нас увидит, сразу начинаем бежать. Рассыпную. Вы на улице или дома? Ребята. А чё ты залез сюда? Тихо-тихо-тихо, не ведись. Это он просто пугает, не ведись. Понял. Где вы? Он рядом, он рядом. Ты был возле нас, но ты, короче, нас не увидел, так как мы очень опытные игроки в прятки. Очень. И мы карту GTA 5 знаем наизусть. В одной из миссий есть это место, ты должен был знать. Или нету, Виктор? Есть. Вот. Где-то тут. Вон он ушел. Он ушел, выходи. Он идет сюда.
Блин, Виктор! Тихо. Витюша, сидим. Он ушел, все, выходим. Не, я понимаю, что это нечестно, но так веселее. А так серия быстро закончится. А так погоним. Мы на улице, не ищи нас в доме, ищи нас на улице. Я на улице? Дом, конечно, вообще шикарный. У тебя усы такие здоровые. У тебя глазище прям на всю траву. Уходи. Сидим. Блин, как каток проехал. Вот это было имбово, конечно. Да. Неожиданно. Давайте я еще раз вас поищу. Только давайте его нормально запрячьте, потому что не получил удовольствия. Давайте. Нормально прячьтесь. Только не в текстуре, не так, как мы с Виктором. Теперь не подсказывайте, на улице вы или в помещении. Попробую сам вас найти. Хочу по красоте сыграть. Попробуй вас найти. Так, надо быть очень внимательным. Просто нереально. Так. Здесь вас нет точно. Близко. Я был близко? Ты был близко. Так. Ну, подсказал, не спорю. Тихо. Тихо. Вот чувствую запах. Ой-ой-ой-ой. Ты что, где-то здесь? А что я тебя не вижу? Тихо. Меня здесь нет. Так, ты играешь за Тома. Том уже сесть на картофан, и его еле видно. Теперь под водой где-то. Здесь не... Вот всегда, слышу, где булькает. Зачем ты меня ищешь здесь? Меня тут нет. Понял. Так, ищем в доме внутри. Ты меня не заметил? Нет. Наверное, твою текстуру очень плохо видно, когда ты на картофанах. Я проверил, все нормально. Еще не могу найти сейчас. Ха-ха-ха, красиво. Неожиданно. Так, я теперь буду сам его искать, не помогай мне. Хорошо. Я его найду по-любому. Так. У него какой скин? Подожди, я уже забыл. Зайчишка. Зверополиса, я понял. Стой. Блин, плохо видно. Очень плохо. В доме неудобно смотреть. Я тебе дай? Тихо, ищем зайчишку. Ищем. Я кого-то слышу. Ты точно зайчишка или ты медвежонком маленьким тем взял? Я штрапом. Я медвежонка. Блин, где ты? Не вижу. Где-то ты тут есть. Я дверь закрою. Ну открой, наверное. Есть. Как? Убил тебя по стелсу. Это по старой традиции устроим бой на аниматрониках. Давайте только разбежимся по карте. Так. Я за Пикатюш пройду. Ну все, давайте начинаем воевать. Посмотрим, кто у нас самый опытный. Надо было тут прятаться. Так, я вижу, они бегают там. Бегают. Так, надо быть внимательным. Уходим. Народ, я тут. Атакуем, просто атакуем постоянно. Резко, много атак. Делаем. Вот это борьба! Я вижу, у меня хп отнялись. Так. Ладно. Алёша молодец. Выиграл нас. Я хочу победить просто на кулачном бое. Бьем Тома со спины. Лбочим. Блин, нет. Уходим. Надо быть аккуратным. Так, а где они? Здорово. Ты чё? Ай-яй-яй-яй, уходим. Валим, 54 хп, уходим. Я бегу и угораю. Есть. Вот он прям. Блин, 7 хп, я хочу жить. Нет, за мной гонится Том и Джерри. Ой, Том, хочется сказать Джерри. У нас и Джерри, кстати, есть скин. Ой. Есть. Я убил. Мне кажется, Лёшка лучше всех играет. Мой нож заточенный об самую лучшую точилку на планете. Есть. А, блин, а? Лучше это бедный Спанч Боб, просто его убили. Ну-ну. Так,
Том отходит. А как зайчишку этого звали? Я не помню, вот забыл. Сейчас. Я тоже не... Лёшка, ты помнишь, как звали? Опа, у них такая тут драка серьезная идет. Прям слышно, как ветер аж летит от ножей. Ну-ну-ну-ну, машет. Просто все удары идут в молоко. Есть! Есть. Витюшка все-таки доказал то, что Том лучший. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!